Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. На данной электронной книге модели Pocketbook 622 не работает звук через разъем гарнитуры. Мы произвели диагностику, выявили, что неисправен аудиокодек. Сейчас мы будем его менять. Смотрите. Наносим флюс и снимаем микросхему. Контактную площадку зачищать не требуется. Будем наносить флюс и устанавливать новую микросхему. Мы вам показали, как на Pocketbook 622 меняется аудиокод. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока!